К завершению близится уборочная кампания в Карагандинской области. Хорошая погода сыграла на пользу аграриям. По их расчетам, они соберут весь урожай до конца этого месяца. Наш корреспондент Лиана Жамлиханова побывала в одном из самых крупных хозяйств региона и узнала подробности. Ей слово. Фермеры региона уже собрали больше 60% зерна и картофеля с полей. Средняя урожайность 11,5 центнеров с гектара. Урожай в этом году собирают на площади 900 тысяч гектар, из них 766 тысяч зерновые. Высокие результаты радуют аграриев, ведь подобные показатели были лишь 12 лет назад. Руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин делится: техники достаточно, дистоплива есть, рабочей силы хватает. Сейчас самое главное – погода. Если погода будет хорошая, я думаю, до 29 числа уборочную кампанию закрыть. Сельхозтоваропроизводители у нас обеспечены льготным дизельным топливом по цене 245 тенге. По дизелю у нас проблем нет. Также нам выделено более 2000 тонн газа. Это на сушильные установки для сушки зерна. В одном из самых крупных крестьянских хозяйств Шахтерское в Нуринском районе посадили зерновые картофель на площади 36 тысяч гектар. В среднем с каждого гектара здесь собрали по 18-20 центнеров зерна. Чтобы достичь таких высоких результатов, главе крестьянского хозяйства Георгию Прокопу пришлось преодолеть немало испытаний. Весной из-за обильных дождей было сложно провести агротехнические мероприятия. У нас была осень очень влажная, плюс весна очень влажная. Но, тем не менее, мы посеяли ту плановую площадь, которую необходимо нам было посеять. Зерновые все посеяли, правда, с некоторым опозданием. Посадили, значит, плановые 500 гектар картофеля, которые мы выращиваем на рошение. Через пару дней картофель в крестьянском хозяйстве соберут полностью. Результаты тоже хорошие. 500 центнеров с гектара. Всего с полей соберут 27 тысяч тонн картофеля, и это на 7 тысяч тонн больше. Для агронома Дидара Акишева горячая пора, ведь нужно успеть убрать урожай, пока солнечно. По сравнению с прошлым годом, это, можно сказать, в этом году очень хорошо и лучше. Пример. Ну, ориентировочно около 150 центнеров разница. Ребята, механизаторы очень хорошие, все молодые. 14 трактористов, 4 поливных человека в бригаде. Ну, коллектив дружный. В Карагандинском регионе под картофель в этом году отвели 11,5 тысяч гектар. Фермеры ожидают, что урожай будет больше, чем в прошлом году, и превысит потребности области. Карагандинский картофель будут поставлять в столицу и южные регионы страны. Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24 KZ.